Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в очередном уроке. В этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволяет делать вот такую вот анимированную линейную анимацию для любого вашего текста. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Из библиотеки, как обычно, виджет я перетаскиваю на холст. Переходим в настройки. Поле Title. Здесь вписываете любой ваш текст. Там, где будет происходить у вас анимация. Потом нажимаете Enter. Далее у нас идет цвет заливки нашим линиям, вот этим анимированным, которые движутся. Здесь вы можете задать этим линиям свой индивидуальный оттенок. Я, например, возьму желтый. Font Size – это размер нашего текста. Стрелочками вверх-вниз можете прибавлять или убавлять размер вашего текста. Или сразу прописать, например, сделаю 50. И здесь еще есть один параметр нижний. Это межстрочное расстояние. Если, например, у вас будет несколько слов, и эти слова будут делиться на несколько строк. Если это нужно, здесь можно задавать межстрочное расстояние. Что еще можно сделать с нашим виджетом? Выделяете виджет, выбираете инструмент текст в Adobe Muse. И можно кликнуть по цвету здесь и назначить цвет самого текста. И также назначить шрифт, любой шрифт вашему тексту. Сейчас я изменил шрифт на Ubuntu Bold. У меня текст стал жирным. Давайте посмотрим, что у нас получается. В браузере вот наш текст. У нас с вами все работает. Вот такие вот линии движутся рядом с нашим текстом. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. А мы увидимся с вами в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!